дорогие друзья, ну как-то вот незаметно с праздниками, с работами, которые мы наконец-то завершили одну из строек, которая была запланирована на предыдущее лето. Вот сейчас мы это выполнили. У нас на моем канале еще одно знаковое событие, это 2000 подписчиков, за что вам большое, огромное спасибо, что смотрите меня, подписываетесь. Ну, а задач на сегодня немного. Одну задачу мы выполнили, это нашу долгострой очередную, это дорожка. Сегодня приедет, кстати, моя жена, час с тещей, приедет принимать объект. Всегда волнительно, что-нибудь скажет, что-то не так. Ну, я думаю, я объект сдам, не такая уж тут это, не по ГОСТам. Вот, но давайте серьезно. Да что серьезно? Вот. И основная задача, одна из основных задач на сегодня, это попробовать покрасить этот объект, нашу голубятню, наш питомник. Мы уже пропитали ОСП составом, который грунтовкой светлой. Этот питомник я просто грунтовал белой грунтовкой, но в этот раз не нашел ее. Просто заехал в магазин, ее не было. Вот, поэтому потихоньку движется, надо усиливать этот объект, потому что время идет. И наступает такой момент, что можно не успеть. А по питомнику все очень просто. Значит, кольцуем, докольцовываем голубят, и у нас их уже более 40 штук. Есть кольца у меня, те, которые буду считать неперспективные пары, я их в принципе знаю. Их закольцуем американскими кольцами, которые мне прислал Юра, голуби Калифорния, США. Вот, синие кольца, и вот я сегодня что-то их брал. Ну, представляете, голубь потеряется, найдут, а там американские кольца. Но взгляд-то русский у голубя. Поэтому, я думаю, будет нормально. Вот это будет немного, 3 или 4 голубенка я посчитал. И посмотрим голубят. Я вам покажу голубят. Интересные раскраски, которые такие неординарные, будем говорить, с пятнышками, какой-то цвет. Их тоже немного, но покажу те, которые вот как бы мне понравились. Вообще я их всех очень люблю, у них скоро начнется взрослая жизнь. Такая серьезная взрослая. Ну и у взрослых голубей тоже начнутся тренировки. И как бы будем мы опять снова летать. Еще такое несложное абсолютно задание у нас сегодня с вами. Это голуби сели на вторую кладку. Больше мы птенцов брать не будем ни от каких от пар. Единственное, возьму птенцов со второй кладки. Это сейчас хочу два, чтобы три беленьких у меня было. Так, для разнообразия. Белые у меня есть голуби, вы их видели. Вот, а это как бы для красоты. Ну и попробую их попускать. В том году никто не остался. Остались те голуби, которые не летали на тренировке. А мы начинаем, вы оставайтесь на своих местах, как я говорю. Для вас это время пролетит быстро, а для меня, возможно, целый день. Приятного просмотра. Все равно весь стал пятнах белых, все штаны грязные, все грязное. Ну, слава богу, есть во что переодеться. И вот я перед вами
предстал уже совсем в другом виде. Чистый, счастливый и довольный. Итак, поехали. Вот сейчас мы находимся в питомнике. Все свои дела на сегодня переделали. И, как я вам и обещал, значит, подкладки сделаем. Подкладываю вот такие яйца пластмассовые. Заказывал давно я их, еще в 2019 году. Вот. И для того, чтобы у нас... Вот уже, видите, снеслась вторая кладка. Соответственно, сюда положу два яйца. Пусть сидит. Нам эти не нужны. Так, и так далее. Сейчас я все посмотрю. Все яйца выкидываем, соответственно, второй кладки. И показываю птенцов, которые мне нравятся. Ну, как бы по цветовым данным. Но птенцы растут очень быстро. Кто держит голубей, это знает. И все маленькие, они всегда милые. Какое бы животное ни было, мы всегда с восторгом смотрим на маленькое создание. Ну вот давайте вкратце сделаем обзорчик. Вот у нас получился такой голубенок. Вот, пятнистенький. Вот какой. Так, это вот одногнездки. Брат его или сестра тоже с элементами белого. Такой, конечно, спортивные голуби, именно вот это разноцветие всегда воспринимается как бы с умилением. Ну, у меня так, здесь у нас два черных, но вот один пошел в отца. Вот такой. Я думаю, что вам видно. С белыми крылышками. Вот тоже интересно. Так, это черненький. Так, мой костромской голубенок. Он вот такой с элементами, крыло как у матери. Вот, но с элементами такого серого какого-то цвета. Достаточно красивый. Вон, видишь, готовы уже в бой. Так, ну здесь вот один. Он просто темный. Да, просто темный. Иди, дорогой. Иди домой. Иди домой. Ну, молодец. Так, пойдемте в то отделение. Здесь гораздо все пораньше произошло. Вот мы видим пестрого голубенка, который уже вовсю ходит. Вот птенчик. Вышел из гнезда, сам кормится. Вот молоденький тоже сидит. Сам только все запрыгнул. Не видно, света мало. Вот, поэтому так процесс идет. Вот говорил, кто на вторую кладку сел у меня. Вот беленькая голубочка сидит, вы видите. Так, вот оставлю я. Посмотрю, какого цвета птенцы будут. Вот сидит голубь. Он выкармливал птенцов вот из этого гнезда. Это уже вот второй выводок этого гнезда он выкормил, которых я вам показывал, красные кольца на левых лапках. И вот внизу беленький. Я думаю, штучки 3 для разнообразия белых я возьму. Ну вот, подошел к концу еще один тяжелый, но радостный день. Много сделали, отсыпали наконец-то дорожку. Сделали, закончили дорожку, покрасили наш новый питомник, на 2 раза даже покрасили. Причем краска, покупал ее 2 года назад, в хорошем состоянии, французская. В общем, сделано очень много. И самое главное, что я на страницах своего канала опять встречусь с вами. Хочу поздравить, пользуясь случаем, поздравить с праздником, с великим праздником, который мы будем отмечать 9 мая. Я поймал себя на мысли, когда я учился в школе, все дети, все говорили, а у меня дед тоже воевал. Я всегда думал, почему столько людей погибло, а у всех деды воевали, и они живы. Да потому что они выжили, и
мы родились, родились наши родители, благодаря им, что они живы, остались живы. И родились потом мы. А те, кто не вернулся с полей битвы, великой битвы, битва, которая очистила нашу страну, да и всю Европу от фашистского, от фашистской нечисти, они здесь не родились, потому что их деды, их родители погибли. Нам повезло, что мы живем на этой земле. Берегите ее и будьте счастливы. Всегда ваш улетный дачник. Мира вам и добра, без зависти и честно.